Актобе появится новый микрорайон Алтын-Орда. Такое название дадут двум районам города – Батыс-1 и Батыс-2 уже до конца текущего года. Кроме того, переименовать собираются еще 19 жилых массивов и более 40 улиц. Инкара Карашаева продолжит тему. Батыс-3 еще в прошлом году именовался Олудала, а в этом году удалось получить утверждение Республиканской аномастической комиссии для микрорайонов Батыс-1 и Батыс-2. После решения областного маслихата этим районам будет дано название Алтын-Орда. Депутаты еще должны будут принять решение столичной комиссии по переименованию 19 жилых массивов и 41 улицы. Языковое управление региона занимается и мониторингом рекламных щитов и вывесок бизнес-объектов. Процент ошибок в них достаточно высок. Мониторингу подверглись более 7 тысяч объектов. Зафиксировали 4680 ошибок на рекламных щитах, билбордах и вывесках именно на государственном языке. Мы не являемся надзорным органом. Выдаем только рекомендации, помогаем исправить предпринимателям ошибки. Где-то даже сами переводим. С прошлого года на бизнес-объектах вывески и рекламу можно оформлять только на государственном языке. По желанию можно повторять на русском или иностранном языках. Стоит отметить, что 95% актюбинцев оценивают свое знание государственного языка как выше среднего. Процент свободного владения казахского языка достиг 60%. Инкара Карашаева, Бахджан Едыгеев, телеканал Актобе.